пиздатой кантри-музыкой. Ну. If you think you can graduate from this school without kissing my cock, you are dead wrong. If you think you can graduate from this school without kissing my cock, you are dead wrong. Уровень актерской игры порно только... If you think you can graduate from this school... Ну, блядь, вот... У мужика уровень актерской игры порно, но вот здесь... Вот здесь какой-то, ну, здесь на самом деле, ну... Ну, что ещё? Блядь! Она как будто реально это слышит, ну, на полном серьезе воспринимает. If you think you can from this school, If you think you can graduate from this school without kissing my cock, you are dead wrong. Это пиздец. У нее такое лицо. Как будто она буквально, ну, на полном серьезе это услышала. А у нее цель жизни graduate from school, и она девственница. Without kissing my... Ну что за хуй? Как вообще это можно придумать? Это с какого-то фильма или сериала, или что это? Что за пиздец, бля? Конечно, от негров порой какие-то нереальные рофлы исходят. Просто вообще какой-то next level рофл. Что за бред? If you think you это can... даже на самом деле не особо смешно, но... Graduate from this school without kissing my cock. You are dead wrong. И вот это вот хе-хе-хе настолько не в тему, настолько по-даунски, но... You are dead wrong. Бля... Это можно, ну, под что угодно подставить. If you think I'm going to come back to Dota 2, you are dead wrong. Но это не смешно. Видите, это все не смешно. Но конкретно здесь, блядь, это супер смешно. Ну, блядь, это настолько тупо и не смешно, что это супер смешно. О, великие силы, даже залайкаю. Негры, конечно, порой могут настолько нечто смешное исполнить, что просто шок. Самое забавное, что от негров самые смешные рофлы от негров исходят тогда, когда негры пытаются изображать из себя, так сказать, белых людей. На полном серьезе, когда негры вот прям такие прям суперсерьезные, там, такой, пытаются из себя изображать какого-то, ну, такого серьезного чела, прям вот такого влиятельный, серьезный чел или образованный чел, да. Короче, грубо говоря, пытаются изображать из себя белого человека. И выходит в итоге подобный рофл, он выходит настолько, ну, порой абсурдно и смешно, бля, что прям аж охуенно. Yeah.